Всем привет! Здравствуйте, ребята! С вами Александр Кляйн. И также... Кто у нас? Андрей Приставка. Йоу! Александр играет в группе Лекс. И команда — это мега-крутая рок-н-ролльная группа Москвы. Я играю в группе Черный Кофе и в мега... ультрагруппе «Ультражук». Вместе мы сделали с Сашей барабанную школу «Мастерская Грува». Логотип. Сегодня мы поговорим о ритме, о том, как научиться раскачивать ритм, как научиться играть грув, как научиться играть внутри ритма. Американцы это называют in the pocket. Александр сейчас расскажет вам. О чем рассказать? Ну, расскажи там про мячик, про какую-нибудь там... Ну, про начало. Что такое ритм? То, как мы его понимаем. И нам довелось пообщаться с Чемберсом, пообщаться с Домом Фомулара, с Крисом Слейдом. И в процессе общения мы пришли к выводу, что наша концепция восприятия ритма такая же, как и у этих людей. И более того, Чемберс натолкнул нас на дальнейшее развитие этой темы. Он увидел, на каком мы находимся уровне по ритму, предложил нам позаниматься еще определенными штуками. Вот. Но сегодня мы поговорим об основах. Основы, как бы, ну, в общем, это, рассказываем, как играть с метрономом и в метроном. Но изначально можно услышать это так, как бы расталкивая ноты, не ударяя их, а расталкивая. Уже ритм начинается, когда играешь так. Это очень похоже на баскетбольный мячик. Для того, чтобы его удержать в одном ритме, нужна определенная амплитуда и состояние спокойствия и расслабления. И за счет того, как мячик отскакивает, происходит течение ритма. Для того, чтобы почувствовать это ощущение, то есть нужно воспринимать палочку как тот же мячик. Выкидаете мячик, бросок. Здесь то же самое, палочку бросаете, и потом задача просто поймать ее естественный отскок. Вот она сама отскакивает. Не прилагая никаких усилий. Техники барабанные, там, пальцев, кисти и апдаун, там, техника Моллера. Вот. Но самое главное в этих всех техниках именно этот отскок. И по большому счету отскоком это тяжело назвать. Это скорее некое набивание, подталкивание, раскачивание. Thank you.
как-то так. То есть в чем суть? В том, что любая нота, там, четверть, восьмые, там, шестнадцатые, не обязательно, не нужно их воспринимать как ноты и как какую-то вещь. Воспринимайте все как ритм. Напевайте тум-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 тум. Музыка просто, да. Это дает большую свободу. Вы не мыслите нотами, а мыслите совершенно другими категориями, мыслите музыкой. Напевая, напевая то, что играете. Да, возможно, даже там для себя там как-нибудь, ну, бывает там разных вещей. Люди там, например, там. Там 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 та да да там 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 та да да там пам пам пам. И у вас уже нету вот этого та 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 просто мы там пам 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 па да 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 там 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 та да да там пам 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 пам. Опа, 3, 4. Сам собой. Но здесь есть еще один секрет. Когда мы играем с Сашей, мы взаимодействуем. Мы играем с ним один ритм и толкаем этот ритм с одним ощущением, как это сказать, там, более понятней. Ну, это, наверное, как река какая-нибудь, когда она вот еще она имеет ритм, да, там такой один такой там, раз там она плывет просто, ну, река, в смысле, течет, да, еще река. А если вы нашли в нее, да, и оплыли по этому течению, это и получается этот ритм. И здесь вы уже можете совершать любые там действия там. Руками там размахивая там ногами, но он идет у вас один. Получается вот что. Чи-там-та-та, но он идет этот ритм. Вот так где-то. Да, и чтобы научиться этому, нужно научиться взаимодействовать. Но для того, чтобы научиться взаимодействовать, нужно понять вообще принцип взаимодействия, что это такое. Мы придумали такую замечательную вещь, как отскок от метронома. То есть, когда мы кидаем мячик, мячик ударяется, возвращается к нам в руку, мы опять его толкаем. То есть создать такой же. Мы это не придумали, а украли. Ну да, украли, стопудово украли. Это будет правдивее. Да, вообще придумать невозможно, все уже было придумано давным-давно. Просто, ну, можно это позаимствовать. Так вот, и да, с метрономом мы научились взаимодействовать таким образом, чтобы создать ощущение мячика скачущего. Давай сейчас покажем. Чтобы вместе с метрономом играли один ритм. Например, четверть.
толкать еще, когда нужно. Он, наверное, кровно как бы. Подталкивать нотку, подбрасывать ее. И тогда это создает какое-то движение. Вот можно еще играть. Потом так. Очень образно это можно представить в виде цепи. Всем известно, что цепь соединена звеньями, но соединена она не жестко. То есть в каком-то месте более жесткое будет соединение, в каком-то менее жесткое. Если положить цепь на землю, взять ее конец и толкнуть ее, то будет передаваться энергия и движение цепи. И что самое интересное в этом, это каждое предшествующее следующее звено цепи дает эту энергию, толчок. То есть получается, что мышление не просто как вот первая доля, там пум-пум-пум, и ты где-то болтаешься от нее, где-то вокруг нее, вокруг этой доли, а начинаешь чувствовать и понимать во времени, где находятся все ноты, все доли, потому что ты их толкаешь, то есть кату-кату, 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 кату-кату. И это не акцент, это вот именно расталкивание, подталкивание первой доли. Хотя первая доля, тем не менее, остается всегда на месте. Да, можно вот, например, играть так, да. То есть придавать энергию в ноте, то есть ее брать более хлестко или кидать ее. Можно привести такой пример. Ноты – это как мячики, когда их кидаешь, они отскакивают. Есть, например, другой вариант – это когда берешь яйцо, кидаешь его, и оно падает. То есть получаются такие ноты. Они не живые, они не движутся. А научиться очень важно как раз толкать, расталкивать, когда это так-так-так подкидывается нота. И этому как раз нужно научиться играть вначале. Просто, чтобы не играл любой техникой, начиная пальцами, там, кистями, апдауны. То же самое научиться делать ногой, педалью, расталкивать ногу, ощущать педаль. Там точно такая же ситуация. Можете попробовать. Не будем сейчас искать педаль. Просто берете рукой и толкаете ее. И вот это ощущение, когда колотушка бьется и отскакивает, просто то же самое ощущение нужно научиться достигать ногой. Такой же толчок, такое же ощущение открытых скачущих нот. Научившись расталкивать ноты, вы убиваете сразу несколько тем, потому что тема как бы попадания в метроном отпадает сразу же, потому что вы учитесь с ним играть, взаимодействовать с ним. Потом сам отскок уже является ритмом, то есть вы уже раскачиваете ритм. Момент, когда вы научитесь взаимодействовать с метрономом, точно так же нужно научиться взаимодействовать со своими конечностями. Вначале с одной рукой, потом рука, нога, и все это раскладывать на барабанах, вот как показывал только что Александр.
мы сейчас сыграем с метрономом, покажем то, как мы с ним взаимодействуем. Я надеюсь. Нет, то есть. Также на любую долю. 16. Еще одна тема с метрономом. Мы его слышим не как какую-то штуку, которая там пум-пум-пум, а слышим ее как ноту, которая тут. Уже заведомо качает, как, например, я не знаю, если вы играете на первую долю с метрономом, то воспринимаете его как камбелл, который играет как в латинской музыке, там ка, 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 ка. Очень хороший образ, воспринимайте его как бочку, там тут, 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 тут. И играть в таком же ключе с метрономом. Ну да, воспринимайте его не та 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 та. По-другому, наверное. Ну да, по-другому услышать и воспринимать его как партнера по ансамблю. Давай вот сейчас его возьмем, сейчас на минутку. Возможно, его услышать так. Или же так.
следующий этап взаимодействия. Научиться взаимодействовать с музыкой. Как играть секвенсором. Точно так же, по такому же принципу. Вы слышите линию, там бас-гитара, гитары. Там... И... точно так же, как вы учились играть с метрономом. Как-то так. И следующая задача, когда вы попадаете в ансамбль, нужно, чтобы все остальные так играли. Играли свой покет. Это и получается, что это есть доли, из-за которой мы не выходим. Но внутри мы начинаем играть все, что захочется, ну, по мере там, своего умения, мастерства. И здесь еще очень важная часть – научиться растягивать время, научиться его контролировать и манипулировать, находиться внутри, внутри времени находиться и проживать каждый момент. Не просто там как-то там, а на примере, сейчас просто приведу такой обычный банальный пример, наверняка каждый с таким сталкивался. Идешь по лесу там со своей женой, там с собачкой, гуляешь, ради прикола смотришь, стоит дерево. А оно сгнило там у своего основания, ты такой думаешь, ха, сейчас я тут вам покажу, как я толкаю это дерево. Начинаешь толкать его, а вместо того, чтобы от тебя падать, начинает падать на тебя. И в этот момент ты понимаешь, надо убегать. Так, не, ну я же не один, у меня жена. Оп, смотришь, да, жена уже убежала, я ее схватил за руку. А где же собачка? А собачка вообще не дура, она первая убежала и стоит там в метрах 100, смотрит там на это все. И все это происходит на самом деле в доли секунды. То есть, получается, мы можем проживать каждый миг, каждый момент своей жизни. Вот. И вот это ощущение грува in the pocket, оно как раз и построено на этом ощущении. Это когда от ноты к ноте, взять их, соединить резиночкой и растянуть.
на ощущение вот как раз самой растяжки. Вот они и находятся, эти ноты, которые одна другую толкает. И ритм становится широким, и время расширяется, и начинаешь чувствовать время гораздо лучше. То есть ты начинаешь в нем жить, даже не то, что чувствовать, ты просто находишься в этом времени. И это позволяет, вот как когда-то говорил Чемберс, он когда смотрел, как играет Тони Вильямс, то было такое ощущение, что он сидит у себя перед камином и читает газету. То есть он настолько расслаблен, он знает, где находится каждая нота. Он знает, что у него есть пространство, это можно представить как комнату, и за пределы которой комнаты он не выходит, но может перемещаться внутри этой комнаты. Но там есть, например, стены. Стены — это как ноты, математическое мышление именно нот, когда они ограничивают перемещение внутри. Вот. Это нужно через какое-то время, на самом деле, занимаясь таким образом, это стирается, и ты начинаешь, просто находишься внутри этого помещения, внутри комнаты, и можешь ходить куда угодно. Это то, что Александр рассказывал про поток реки, когда ты можешь там находиться внутри реки, не выходя за пределы ее, но внутри, и делать все, что там хочешь. Это и называется in the pocket, и все музыканты... Одевайте ласты. Ласты одевайте, только если идете в реку. Да. Вот, и всем надо так играть. И это кач, это здорово. А если пустые в лесу? Вот, вот. Чего нету? Если пустые, а мне где? Что там происходит? Что-что? Микрофон. Скажи, микрофон-то. А если в кусты, говорю, а не дерево, что там происходит в кустах? В кустах, ну я не знаю, ты же подумай сам. В кустах не надо объяснять, что происходит. Да, они да. Все знают, что там происходит. Можно представить очень много. Глупые вопросы такие, неожиданные, да. Ну, кстати говоря, это тоже опережение времени, а потом раз пришло. Да, имеются разные еще варианты. Я хочу как бы еще, ну, не знаю, это у меня, наверное, такие ощущения. Можно играть на И, да? С метрономом, тогда можно конкретно его растягивать, да, такадац, татадац, татадац, то есть тут прямо такой у тебя растянутый. А это возможно его воспринимать как, не знаю, там, вингу, что ли там. Да, или там руки, сейчас я попробую показать это. Андрей, спасибо за то, что вы рассказываете. Это очень интересные и правильные вещи. Вот по своему собственному опыту, многие музыкальные школы и другие учебные заведения, они, конечно, вот это ничего не рассказывают, не показывают. И мне даже кажется, немного убивают, как сказать, убивают музыку. Вот, в том плане, что ну, вот, не услышишь от преподавателя таких вещей. Поэтому получается, что те, кто туда походил, ну или просто те, кто начинает, об этом ничего не знает, как-то задавливают себе вот, вот эти вот ощущения времени и ритма, то, о чем вы рассказываете. И вопрос такой. Образно, конечно, шикарно все описали и хорошо все визуализируется, но вопрос в том, что, как мне кажется, необходима какая-то техническая база, чтобы вот постепенно прийти к этим вещам. Да, конечно. А вы могли бы чуть более подробно рассказать о тех упражнениях, которые вот вы предлагаете учить своим ученикам, чтобы вот постепенно выходить на эти вещи? Спасибо. Ну, я думаю, наши эти упражнения ни с чем не отличаются.
отличаются от остальных. Просто мы, как уже объясняли, упор делаем немного на другое. Для начала объясняем вот это. И потом, когда оно уж у тебя здесь имеется, вот, восприятие это, то играя любые упражнения, ты играешь их вот так. С таким ощущением. И уже следующий этап это игра с музыку играешь, а не просто там То есть мы с самого начала и рассказали, что нужно для этого. Научиться воспринимать палочку как некий мячик, то есть научиться набивать, заставить ее скакать и просто поддерживать ее, чтобы она сама скакала, она уже создает ритм. Следующий этап это с метрономом отскок и дальше вот с секвенсором и развивать это дальше. И, как правильно сказал Александр, играть любые упражнения. Очень хорошая тема. Наверняка вы видели школу Бенни Грэба, где он объясняет про азбуку ритма. Вот очень хорошо вот то, что мы предлагаем, вот поиграть с таким ощущением, именно то, что, о чем говорит Бенни Грэб. Кстати, он там тоже говорит о том, что ноты должны скакать, и откуда он вынес эту азбуку ритма. Смысл заключается в том, чтобы научиться разговаривать на барабанах или вообще на любом инструменте, воспринимать его как еще один язык, средство выражения. Когда мы учим иностранный язык, мы изучаем вначале буквы, потом из этих букв складываем предложения, вначале слова, потом предложения, и потом начинаем свободно изъясняться по мере продвижения занятий. Приходит понимание, приходит свобода, и можно свободно изъяснять свои мысли. То есть происходит такая штука, что ты не учишь какие-то заученные фразы, и твой разговор в жизни, он же не заучен, он не происходит из каких-то фраз. Ты постоянно импровизируешь, постоянно в данной ситуации находишь, что сказать. Также и на барабанах точно такой же подход. И для этого нужно изучить азбуку ритма. Потому что все фишки сложные, все они построены именно из-за этих долей. И плюс ко всему прочему, это упражнение очень хорошо учит времени. То есть начинаешь учить и понимать, где находится эта нота в пространстве, во времени. И то есть ты ее не просто воспринимаешь как вторую шестнадцатую там, математически, поэтому он и заставляет петь метроном, а хлопать в ладоши. То есть для того, чтобы вырабатывать у себя внутри постоянное вот это ощущение пульса, времени. То есть он примерно это делает как-то так. Там, та, 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 та. И научиться точно так же, то есть получается без инструмента, это просто занятие ритмикой, научиться слышать, где эти находятся ноты. И дальше уже совершенно свободно начинаешь играть. И, кстати, немного. Посмотрите школу Бенни Грэпа и занимайтесь каждый день по 5 минут этими вещами. Это вас очень сильно столкнет в понимании грувов, в понимании времени, в понимании того, что существует поток, который и в этом потоке нельзя воспринимать вот так вот очень примитивно и узко ноту, как там вторую шестнадцатую или четвертую шестнадцатую, там, или две восьмые там, с точкой. А ты их начинаешь воспринимать как музыку, как ритм. Потому что эта доля там та, например. Она есть просто, она уже музыкальная. Ну вот, ну что, есть какие-нибудь вопросы? Может это попробовать кто-нибудь? Играть с нами? Давай, выходи. А вот я вижу, кто у нас? Да, у нас гитарист вообще, на самом деле. Да, но ему это тоже нужно. Давай. Просто thank you.
обрати внимание, чтобы нота звучала, барабан звучал. Бой прямо вместе с собой ноты длительно. Расслабь руки. И попытайся не играть, а рассказать историю. Найди просто на хай-хете ритм.
Нет, но здесь просто да, отличная работа. Спасибо. Как вас зовут? Саша, можно минутку? Вот у вас чуть-чуть рука пожата. Играешь ее вот так. Легко ее бросаешь, чтобы она у тебя как бы раскатила, как ты говоришь. Кстати, когда поджимается тело, и ритм сразу сдвигается вперед. Поэтому очень важно быть расслабленным. Thank you.
Надеюсь, вы обратили внимание, что стоят какие-то странные барабаны. Один. У меня. Это прекрасные инструменты. Мастер находится здесь, в зале. Это наш отечественный мастер, зовут его Евгений Утев, и барабаны фирмы DDC. Попросим. Ну, сейчас в двух словах расскажу про знакомство с Женей. Да, давай, иди. Давай, до свидания. Впервые летом услышал я барабаны Женины, то есть малые барабаны на студии. Я не помню, как называется, на Таганской. У меня было просто невероятное Волк ощущение. Волк рекординг. А ты сюда заходи, то есть я не буду. Вот, я вот правда играл целый час, я не мог остановиться. Я только хотел что-нибудь спросить у Жени, так спрашиваю, а сам он опять сел и опять играю, и столько всяких штук там рождается на ходу, каких-то мелодий, каких-то ритмов, грувов. Очень так интересно. И значит, мы поговорили, пообщались, и Евгений изготовил для меня барабан, на котором я играл. Играю сейчас. Так как я играю в черном кофе, это рок, и была всегда проблема найти барабан, который бы звучал вот просто вот таким вот шаром громадным, при этом, чтобы у него была четкая атака и ощущение открытости, так как я люблю винтажные инструменты, люблю винтажный звук, то есть открытый. То есть вот эти три качества Женя соединил в этом барабане. Барабан потрясный просто. Я уже на нем играю где-то 2,5 месяца. И больше? Да, ну где-то больше, около 3 там. Самое интересное, что я каждый день, играя на нем, нахожу в нем что-то новое. Он настолько уникально звучит, настолько интересно ложится в музыку. Но самая фишка, когда я его первый раз записал в студии, это было для меня просто открытие. Я его услышал совершенно по-иному. Вот здесь есть 3 положения пружин. Вот как, играя так, на концертах я особо не понимал, зачем они нужны. То есть что-то меняется, но как-то не особо так. Но на студии, когда меняешь положение пружин, происходит такое ощущение, как будто бы барабан просто взяли и перестроили. То есть у меня было такой там звукорежиссер: ты что, перестроил барабан? Я говорю, нет, я просто там изменил положение пружин. Он говорит, офигеть, он совершенно по-иному зазвучал. Вот, но теперь слово Жене, он расскажет то, про свои творения. То, что Андрей говорит по поводу пружин, это... Спасибо. В большей степени заслуг понимает, конечно, это фирма DW выпускает такие вот машины для пружин с тройным переключателем для 3 положений. В общем, я их ставлю на свои барабаны, потому что, на мой взгляд, это лучшее, что можно приобрести сейчас по данной теме. Вообще, я не стану, наверное, рассказывать там про породы дерева, там, что и как я делаю. Наверное, это не главное. И все это, в принципе, можно узнать в интернете. Вот у меня там есть ВКонтакте группа, где есть специальный раздел вопросов, люди спрашивают, я отвечаю, что, как я делаю. Вот, я бы, наверное, скорее хотел бы рассказать о самой концепции, зачем вообще я их делаю, почему и как. Почему нужны они мне, эти барабаны? Самое первое, это то, что хочу сказать, что мое главное вообще понимание, моя точка зрения такая, что нет барабанов плохих или хороших. Уже многие спрашивают, вот этот барабан хороший, а вот такая фирма хорошая, а этот там хуже, это лучше. Нет такого понятия. Есть понятие, что все барабаны разные, и разный звук. И каждый, видимо, когда-то приходит к такому моменту, что начинает искать свой звук. Вот когда уже начнет играть так, как объясняли ребята сейчас, когда начнет раскачивать, научится, и все поймет, что такое грув, что такое этот вот оттяг ноты, и начнет задумываться о звуке, о своем, о поиске своего звука. И тогда он пойдет что-то там в магазин, будет выбирать такой барабан, сякой. Я никогда не, скажем, не противоставлял себя каким-то брендам известным. Я всегда говорю, что любая фирма, без названия сейчас, да,
она отлично по-своему. Кажется, свой звук. Нельзя сравнивать одну и другую и говорить, это плохо, это хорошо. Вот, но вот сколько я занимаюсь барабанами, вот 2 года пока всего. Два года. И люди, которые обращались ко мне за барабаном, в принципе, у них одна и та же история. Они говорят, что вот я купил там такой-то барабан, купил секой-то, он хороший, все, он там, качество звука у него прекрасное, но вот не могу от него добиться, скажем, того, чего мне нужно. Каких-то оттенков, каких-то там, не знаю, там особой теплоты, может, или наоборот, более холодного звука. Как правило, брендовые барабаны звучат одинаково хорошо. То есть, например, если это барабан одного бренда и одного, скажем, какой-то серии, то 1000 выпущенных барабанов этой серии, она всегда 1,7 они будут звучать одинаково хорошо. Вот. И поэтому получается такая ситуация, что люди, купившие эти барабаны, звучат в принципе одинаково. Если, скажем, не искажать очень сильно при записи звука, да, то в принципе все играют на одном звуке. Но опять-таки это только в идеальных условиях, если у всех поставлено, естественно, удар и умение играть. И вот мотивация была именно такая, чтобы вот, наверное, скорее помочь музыкантам нашим, то есть поиметь свой звук, когда люди просто описывают, что бы они хотели получить, какой звук. Словами описывают, пробуют, значит. Я слушаю их, пытаюсь сделать, делаю и получается. Вот, собственно, вот об этом хотел рассказать. О том, что все-таки это немаловажная деталь, именно какой у тебя барабан в руках. И, наверное, все-таки барабан еще, вообще любой инструмент, там гитара пусть будет, что угодно, все-таки должен нести в себе еще и такую функцию, как мотиватор. Мотиватор к тому, чтобы заниматься еще там, и лучше играть, там, и так, повышать свое мастерство, там, глядя, там, обладая таким инструментом, каким-то особенным, который сделан только для тебя исключительно. Вот, и все барабаны, которые я делал, они все уникальны. То есть одинаковых двух нет, ни по звуку, ни по внешнему виду. То есть я каждый барабан делаю разный. Вот. Поэтому, если у кого-то будут такие, так сказать, если кто-то придет к такому уже моменту, что захочет что-то сделать свое, не сможет найти это, скажем, в магазине, то милости прошу, можно меня найти в интернете, там все связи, так сказать, обратиться, и можно работать и что-то сделать. Спасибо. Да, вот кастом инструменты. Можно, наверное, даже будет потом попробовать, да? Конечно, можно. Я хочу сказать от себя, что кастом инструменты, они позволяют воплотить тот звук, который вы всегда хотели иметь, вот, но не знали как, потому что очень сложно в одном барабане взять и соединить сразу 3 или 4 барабана. И это можно сделать только кастом. И то ощущение, когда ты играешь на этом барабане, оно просто неописуемое. Оно начинает тебя раскрывать, начинает давать новые идеи для творчества. Значит, начинаем заканчивать плавно нашу встречу. Да, хотелось бы сказать об одной штуке, которую мы хотим делать. Уже это произойдет в начале декабря, и можно записаться на наши 3-дневные семинары. То есть будет 3 дня подряд по 4 часа занятия. Занятия будут групповые, но индивидуально все равно с каждым учеником, с каждым человеком, пришедшим на этот семинар, мы позанимаемся. И плюс ко всему, это будет все очень наглядно, и все люди, которые придут, то есть выходит там человек один, мы начинаем ему ставить руки, а все смотрят и уже видят, как понимают, и начинают это сами играть на пэдах. Вот. То есть такие 4-часовые занятия в течение 3 дней, они очень сильно вас толкнут и сдвинут для дальнейшего занятия. Так что, если есть желающие, кто хочет записаться, вы можете записаться после мастер-класса у нас на подобное мероприятие. А?
Ну, и сейчас мы сыграем напоследок. Йоу! Thank you.
что пришли сегодня. Я не хочу вот это. А вы можете, вот вы сейчас как бы играли, соблюдая метод, да? Вот, предположим, один играет ритм, а другой безобразие. То есть, как бы, предположим, так. Давай попробуем. Давай. Вот, я понял. Вот это я хочу. Ну, ничего, как бы мы пока вам не обещали. Мы учтем это, конечно. Только на одном малом барабане. Ну учтем. Ну давай на малом хотя бы. Давай, ты на установке, я на Давай. Ну а это чуть-чуть неудобно. А можно я тоже на установке хочу поиграть? Вопрос еще раз задать. Александр, Андрей, можно еще на установке не тоже поиграть? Да. Сейчас хочешь, да? Да. Давай.
мы как бы один раз объясняли именно, ну, как называется? Взаимодействие, да. Не, я понял. Поэтому и играли. Ну вот и все. А, вот у нас еще хотел поиграть свой обед, и мы начнем прощаться. Йоу. Александр Кляев. А теперь давай до свидания. Мы с вами прощаемся. Давай до свидания. Потом подходите, слушайте барабаны. One more. You want to do one more? Лошадь надо.
Hello. I think that you're very talented. Thank you for your description and talent. Он говорит, что вы очень талантливый, и спасибо вам за концерт. Вот. I very much enjoy. I've never seen two drums on stage to entertain everyone. That is great. Thank you. I am. Hi, I'm Randy. Меня зовут Рэнди. I am a Native American Indian cowboy. Этот чувак настоящий индейский ковбой из Оклахомы. From Oklahoma. Из Оклахомы, да. And I rode bucking horses for years. И он занимался вот этими скачками с препятствиями на лошадях. In the pros for a living. Like pro hockey, pro football. And bucking horses are rhythm. Then when they buck, they go. В общем, он говорит о том, что эти лошади, да, во время скачек с препятствиями, у каждой лошади есть свой собственный ритм. Or great, big, strong, and like the great, big, strong horses. Or slow. Boom. Boom. The little horses fat. So you got to be in timing and rhythm. Riding horses. Who knew that riding horses had rhythm? Horses. Rhythm. I think they can play now. Yes. So, 8 seconds at a time. The horses bucked and they had rhythm and you had to get in the rhythm with the horses. В общем, вы поняли, да? Он хочет, чтобы музыканты передали ритм человека, который ездит на скачках, да, с препятствиями вот на лошадях. And the horses bucked only 8 seconds and then you were judged. По-моему, это дело все его жизни. If you were in rhythm, you won money. If you were out of rhythm, you lost now money. Now they will play. Yay! All right. Огромное спасибо. Я думаю, это как раз перекликается с нашей темой. Это просто невероятно, что он здесь. Но это действительно так, да. That is a connection between a Native American and bucking horses with great drummers in Russia. You got my thing. Thank you, man.
Thank you. Дружба на веки. Вот мы так и помогаем нам влаживать наши отношения между странами. Америкой, например, она говорила, такие дела тоже происходят. Все, ну я все уже теперь. Теперь все. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо. Удачи вам всем. Обязательно.